Очередной реквест с Бусти к нам пришел от уважаемого Архимона. Вот. Astra's Playroom. Он меня давно просит эту игру поиграть, но вот это случилось. Подписался, выбрал. Компьютерная игра в жанре платформера, разработанная подразделением студии Sony Japan Studio, которая была позже переименована в Team Asobi. Изданная Sony Interactive Entertainment для игровой консоли PS5, является продолжением игры Astro Bot Rescue Mission в VR, которая игра была. Я, правда, так геймплея не видел, хотя и я этой геймплея особо не видел, ну так чуть-чуть. Является предустановленной игрой на каждую консоль PlayStation 5. То есть покупаешь PS5, эта игра у тебя уже идет как бы в подарок. Дополнительно являясь бесплатной демонстрацией возможностей контроллера DualSense. Его, собственно. Игра была анонсирована 11 июня 2020 года на мероприятии, посвященном показу PlayStation 5. Игра была выпущена 12 ноября 2020 года на отдельных территориях и по всему миру 19 ноября 2020 года. То есть где-то PlayStation раньше вышла, где-то позже. Т.д. и т.п. Наряду с Demon's Souls Astro's Playroom была последней игрой, выпущенной японской студией перед их закрытием в апреле 2021 года. Все они сделали Demon's Souls, Astro's Playroom, и все. Их прикрыли. Реструктуризация у них произошла. В принципе, команда осталась, но теперь она просто под другим названием работает. Теперь это команда Asobi. Была официально выделена в независимую студию в составе Sony PlayStation Studio в июне 2021 года. Team Asobi начала разработку Astro's Playroom в начале 2018 года. Изначально игра начиналась как серия технических демонстраций для контроллера DualSense для PlayStation 5. Хотя ее статус названия для запуска был установлен только на более позднем этапе разработки. По словам креативного директора Николаса Дусе, не знаю, во время работы над игрой было разработано не менее 80 технических демонстраций для контроллера DualSense. Жесть-то какая! В честь бренда PlayStation в игре появляются персонажи из нескольких франчайзов PlayStation, также персонажи из сторонних серий, таких как Namco Bandai, Capcom, Square Enix, Konami, Activision. Интересно. Интересно, что тут будет. Team Asobi консультировались с оригинальными разработчиками, такими как продюсер серии Tekken Харада Кацухира. О чем? Стоит ли добавлять кровь в игру или нет? Что? По поводу многочисленных пасхалок. Найденных в Astro's Playroom, отсылающих к различным франчайзам видеоигр. А он-то здесь при чем? При разработке камео концепт художника Тасахика Накай сосредоточился. Чего? Концепт художник сосредоточился на том, чтобы передать узнаваемость, юмор и привлекательность для фанатов. Несколько аниматоров из Team Asobi ранее работали над некоторыми оригинальными проектами, упомянутыми в Astro's Playroom. Окей. О самой игре. Это был по разработку. 3D-платформер, в котором игрок управляет главным персонажем Астроботом. С помощью контроллера DualSense, очевидно, как в предыдущей игре, он способен прыгать, летать, наносить удар по врагам, предметам, также использовать вращательную? Есть такое слово? Вращательную. Круговую атаку. Тактильная обратная связь контроллера используется для обеспечения реалистичных тактильных вибраций от контроллера тоже. И у меня эта штука. Ты прям дуешь, я... Хватит, не дуй. Ой, хорошо. Чувак, где... Тактильных вибраций действий. Таких как ходьба,
по различным типам материалов, песок, ходьба под дождем, ходьба против ветра, ой, короче, все возможности DualSense будут, да? Я так понимаю. Игра начинается в мире концентраторе под названием CPU Plaza, который создан по образцу внутренней части консоли PlayStation 5. Вот вы заморочились. И предоставлять доступ к четырем мирам, каждый из которых имеет тематику компонента консоли. Артефакты имеют тематику соответствующей консоли тоже. GPU Jungle — это PlayStation 4. Cooling Springs — это PS3. SSD Speedway — это PS2. Memory Middle — это PS1. На площади также расположены две другие зоны. Network Speedrun, в которой игроки могут соревноваться в разблокированных испытаниях на время. Самое быстрое время, которое можно разделить на онлайн-таблицы лидеров. И PlayStation Labs, в которой хранятся все предметы коллекционирования, собранные игроком. В каждом мире существует три типа предметов коллекционирования: монеты, кусочки, головоломки, артефакты. Собранные монеты можно использовать в автомате гача в PlayStation Labo, чтобы потенциально получить коллекционные внутриигровые фигурки, а также части головоломок и артефакты. Кусочки головоломки используются для заполнения настенной росписи PlayStation, которая украшает стены зоны PlayStation Labo. И артефакты — это 3D-визуализированные изображения реальных объектов из истории PlayStation, такие как консоли, контроллеры, аксессуары. Когда они собраны, игрок может изучить их, перемещая контроллер DualSense и взаимодействовать с ними с помощью сенсорной панели или встроенного микрофона. Артефакты хранятся в PlayStation Lab, где Астробот и многие другие роботы позже могут взаимодействовать с ними, нанося удары и прыгая на них. В конце каждого мира есть область, вдохновленная последовательностью запуска предыдущих четырех домашних консолей PlayStation, где игрок получает артефакт соответствующей консоли в качестве наград за прохождение мира. Как только все четыре мира будут пройдены, откроется секретный пятый мир под названием 1994 Throwback. Окей. Разработчик Japan Studio, Sony. И Team Asobi. Издатель Sony Interactive. Дата анонса 11 июля 2020. Дата релиза 12 ноября 2020. Платформер. Композитор, как написано на обложке этой игры, Кеннет К.М. Янг. Платформа PS5. Смотреть тут, в принципе, на обложке нечего, кроме того, что это робот. Да, и музыка Кеннет К.М. Янг. Или К.М. Янг. Окей. Давай поиграем. Не понял. А. Я уже думал, мне это профиль удалили, что ли? Что происходит? Что-то я не вижу своего профиля. Так, сейчас. Сейчас игра включится. Консоль, вернее. А чё ты так тупишь? Химон вовремя, да? Музыка хороша, уже сразу прям
Готовы к приключениям? Ну, типа, давай. О, нет, нет, только не поток ностальгии. Все что угодно, только не это. Нет. Потрясающе. Ну, у меня задержка. Поэтому да. Я могу крутить начать. Окей. Пиписка. Ты пиписка. PlayStation крутить не буду. О нет, мы пошли внутрь. Вот оно. Чё-то наделал-то, ну. Здорово, пес. Хороший платформер, что происходит-то? Прикольно. Здорово. ССДшники. А это что? Тире-те-те-те-те-те. Дворец ЦПУ. Ти-ти-ти-ту. Так, поля памяти. Пи-пи-пи-пи. Лаборатория PlayStation. Это у нас магистраль SSD. GPU Jungle, да? Я правильно понимаю? Джунгли GPU. В GPU. И кулинг. Родники охлаждения. С чего начнем? Лабораторию PlayStation сходить. Давай сходим. Лаборатория PlayStation. Карта. Ой, как сложно. Так, ну и что тут? Ах вы мелкие ублюдки. Здорово. Чё-то все работают, смотри. Мечи лежат. Тут VR.
Давай мне этот, как бы, Callisto Protocol, пожалуйста. PS Plus купи. Вот еще что. Это вот Архимон сейчас. Вот этот вот справа. Сидит нога на ногу. Угу. Иди, говорит, в лабораторию сходи, ёпта. О! Е. Dance Dance Revolution происходит здесь. Так, ну и что здесь делать нужно? Надо к вот этому подойти. Что происходит? Ух ты. А что надо? А, монет не хватает. А сколько надо? Ну типа ладно. Это, я так понял, выигрывать вот эти штуки. Всякие PlayStation приколюхи. У челов возьми. Каких челов? Челы, дайте денег. Челы, займите. Слышь? Хожу, мутужу всех. Меня выгонят из этого мира, скажут, ты что, охерел, хочешь тут это... О, лутбоксы. О. Ну давай. Теперь-то можно? Сотку стоит? Чего это такое? Один готов, впереди еще больше. Даже не начинай. Даже не начинай вот это вот. Вот это вот. Вот это вот безумие, давай не начинай даже его, не надо. Сейчас 60 рублей в автомат закинем, как пойдем, давай. Чё там? Чего это? Просто детали что собираем? От надписи PlayStation или что-то типа того? Видимо, да. Всё, у меня денег больше нет. Да. Окей, я понял. Вот так вот Архимон меня и подсадил на коллекционирование. Ну хорошо. Так, с чего начнем? Давай джунгли GPU. Звучит классно. Воу! Ядрить быстро было. Ты кто? Здорово, мразь. Да. Тащи ему! Тащи ему! Тащи! На! Прям это.
Little Big Planet какой-то прям. Здорово, псай. Бурбага. Здорово, пес. Лол, я крашу нашел. Воруй вам по фрукты. Ах ты негодяй. Притворялся все это время. Ну ладно. Вот это прикол. Собственность Microsoft на консоли PlayStation. Что происходит? Знакомый какой-то меч. Что это такое? На что это отсылка? Это какая-то финалка, что ли? Ну вот эти мечи, это явно мечи Кратоса. Вот этот меч тоже где-то видел. Копье тоже где-то. Это все на Кратоса? Какая-то это... приколюха. Чё говоришь? Рассказывай. Рассказывай, говорю. Кто её? Элой! Элой! Ты из Horizon. С Monster Hunter? Это Ladder Crazy. Ну пускай. Какой-то тернозавр. Это что за черти? Ей, у меня такой есть. Контроллер движений PlayStation Move. Окей, прикольно. Здорово, ты что гроб снимаешь? Кто это? Кто это? Ты чё, Алукард, что ли? Подъем. Ты Алукард? Ой, он VR нацепил. Ты чё делаешь-то? Стену сломать? Где? Какую стену сломать? Вот эту? Посмотри на свет. Он падает правильно. Чё? Чё это? И почему это по-английски? Вот в чём вопрос ещё тоже.
Ну ладно. Какие-то секреты GPU. Непонятные. It's all in a mind. I kick. I punch. Кто понял отсылку, тот молодец. Какие-то прям мегаменовские персонажи. Диски PlayStation 1. Забава какая. Эй! Ты кто? О! Bloodborne карт снимают. Bloodborne карт снимают здесь. Old Hunter, понимаешь? Чё это такое? Oh yes, the pale blood. Давненько в Bloodborne не играл. Это, я так понимаю, Джоэл, да? Ну, грибы, да. По-любому. Да, Last of Us была пасхалка еще. Говно ненормальное творю. Херкс Адвенчур я видел, что будут давать, да. Killzone Liberation. Мне нужно заново все это собирать. Па-па-па-па-пам, та-да-дам. Па-ра-па-па-па-пам. Па-па-па-па-пам. Чё я делаю? Аккуратно. Uncharted происходит. Да, это Uncharted. По-любому.
Так вот, теперь я не знаю, куда лучше идти. Что за птицы? Какие-то знакомые птицы, будто бы. Что у вас там за безумие происходит? А, у тебя одно хп? Да. Весело. Потапон? Что ли? Ну, похоже на потапон, не знаю. Потапон! Ясь курить. Такие чекпоинты щадящие прям в начале. Кстати, об этом. Больно сильно они Марио сделали. Что такое летит-то, господи? Резистор, что ли, какой-то? Вот пес. Переход вот этот, Марио. Прям очень сильно. Да, какой-то транзистор или резистор, чё? Предохранитель, может. Я думал, ты на месте прыгаешь, алё! Жопу тебе оторву, понял? Чё это такое? Чё это? Я любопытный. Ну, артефакт ботовый? В смысле, гетовый? Так же игра называлась? Комплект игр PlayStation Vita. Так вот выглядели PlayStation Vita игры. Ну, они сейчас так выглядят, просто найти их сложно. В большом количестве. Еще одна пасхаска, пасхалка, что-то там. Не знаю, что это значит. Слишком много текста. А если Sony поленилась переводить это, то я тем более буду лениться. Джунгли GPU. Заросли терафлопс. Чё это? Это макака! Чего? А как?
Не-не-не, выше давай. Как это работает, ты не понимаю. Да вроде нет. А-а-а. Сложно? Тихо. Чё-то я устал. Где у вас тут стримеры отдыхают? О! Чего ты треу? Не надо! А-а-а! Как чувствовал? Чуть-чуть. Да чуть-чуть туда. Тихо шагает. Не-не-не, назад вернись. Я там еще не все собрал. Фух. Чё-то пот какой-то. Чё, пацаны, играем? Ниндзя-бот? Это чё, мини-ниндзя? Уе. Блин, вот знаешь, в чем вся тупая вещь? Это ведь техническая демка просто. Вся эта игра — это одна большая техническая демка. И как можно сделать техническую демку лучше, чем половина игр на консоли? Что за хрень? Ну ладно, не половину. Время пасхалочки. Что-то происходит. Кто это? Это Demon's Souls? Хранительница огня? Да? Или я что-то не понимаю? Ножками шевелит. Еще он наклонился к ней. Да-да-да. Что ты больше всего помнишь из диалогов с хранительницей огня? Сик-сик. Сик-сик. Там, знаешь, она говорит все время одно и то же, ты сидишь, скипаешь, короче, диалог, и она просто такая, знаешь, подряд несколько фраз говорит: сик-сик. Что тут происходит? Uncharted опять? Что за... А, это курки, господи. Я думаю, что это такое, что за унитазы? Это курок.
Кто тут у нас? О, господи! На что это пародия? Я в это не играл? Да я увидел, я и сказал, о господи. Это из оригинальной игры робот. Вроде как. По крайней мере, мне так кажется. Процессорный модуль PSVR, который я в жизни никогда не видел. Но выглядит он примерно так. Сюда HDMI. Сюда USB. Сзади у нас еще есть. Два HDMI. Один HDMI идет к телевизору, один идет к PS4. То есть... Вот все бы так делали свои продукты, да? Теперь можешь посмотреть, да, что вот эту штуку можно подключить к карте захвата. USB. Питание. Кулер. Все такое. Окей. Она еще двигается, нифига. Прикольно. Ну, как бы, да, он похож на него. На стального гиганта, наверное, да? Ты имеешь в виду? Мультик. Но я чувствую, что это пародия на Shadow of the Colossus. По большой части. Потому что у него, смотри, меч какой в руке. Прям как в Shadow of the Colossus. Если он ударит и надо будет по нему подниматься, то это точно колосс. Ну вот это что такое, я понять не могу. Кто-нибудь шарит? Я понял, что это ордер. Да? С разрядником бегает он. Это орден же, да? По-любому. Так, а куда дальше что? Сюда мы могли так подняться. Да? Значит, сюда. Ну тут даже платформы в стиле колоссов как-то сделаны. Здорово. Чего надо? Что вон? Кыш. Что ты такое? Можно этим целиться. Нехуй радоваться.
Эй, добрый вечер. Ты откуда вылез-то? Я тебя даже не видел. А с прицелом ходить, что ли, можно? Да, можно. Блин, мне так неудобно целиться, кошмар. Я почему-то сам начинаю крутиться. Это точно колосса. Судя будет по этим изваяниям. Дяденька, здравствуйте. Есть курить. Босс, что ли? Вы что придумали-то, вы обалдели? Это что такое, Tekken? Ну да. Лол. Вот тебе информация по поводу Харады. Смотри, как семейство избивает друг друга. Ужас какой. Материнский пик. О, опять время макаки. Это макак. И как это взять? О! А, оно поднялось уже. Ладно, окей.
хитрить. Эй! Гарнитура PSVR. Ой, покажи, как она внутри-то выглядит. Ну. Прикольно. Эта штука регулируется. Задняя. Можно закрыть. Дай посмотрим, может это сработает. А, нет. Нет? Ну ладно. Я там не разбился. Да ну как? О! Я же нажал. Это СП. Так его интенсивно-то, господи. Нет, нет. Тайминг это мое. Тебе. Что происходит? Холодно, 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 жопа приклей. Уи, можно с горки кататься. Уи, ура. Вышивать мужчину бревно. Look.
Что делаем? Это точно какая-то пасхалка. Джорни? Да? Это Джорни? Monster Escape они играют. Что такое Monster Escape? На что это пародия? Ой, сосочки. А, сосочки аккуратно. Сосочки слишком чувствительные. Чего это такое? Чего тут шарите? Конец мира, что ли? PlayStation 4. Вам... Нам обещали величие и не обманули. У меня такая же? Нет, у меня не такая. Вот она, красоточка. С двумя USB-портами. Это для VR подключения, для сетевой кабель. Это как его? HDMI. Взаимодействие? Есть какое-то взаимодействие? Ой, а помнишь? Да-да-да-да-да-да. Вот еще был момент у фатки PlayStation-овский. У нее была верхняя часть такая, как полированная. Пластик другой. У меня другая. Что, какой мне? Да, там не трогал. У меня такая. Здесь один USB. И она целиковая. Не напополам, а раздельная. Да, давай, кидай геймпады нахуй, классно. Целый. Чё, сломался? Геймпад PS4 уронил, да, это слимка у меня. Я знаю. Да. Но она была глянцевая. И пальцы она, ой, как оставляла. Ape Escape они играли? Мы прошли первый мир, кажется, да? Получается, да? А чё ты... Ладно. Это имбасса. Прям соточку закинем, да. Oh, yeah! Ой. Чё это такое мы выиграли? Что это такое? Что это за штучка? Какой-то прототип? Что это? Еще. Что? Опять? Это снова?
Ей! А, там было PlayStation Home, да, логотип? А этот Sony Interactive Entertainment. Логотип, я думаю, что это за фигня была? Да, с первой плойки. С первой, со второй. Я вижу, там PSP. Они все сгрузили сюда. Они все сгрузили сюда. Пинай его. Подключай. Сейчас играть будем. Что это за хуйня? А, это... Сейчас залезу, подожди. Эй, включайся. Тебе нравится смотреть, как я в такие игры играю? В которые, где я махаю геймпадом перед экраном. Ооо, PS Move. PS Move, PS Move. Надо ударить его, чтобы он... Давайте я его ударю. Чтобы он стал фиолетовым. В крапинку, да? А эти штуки тут, да? Чё ты? Ты мне пятёру дал? На тебе в борщ. Оу! А это не эта штука, которая для PlayStation 1 была, типа, это, не покемоны, что-то такое, да? Нет, это не оно? А тут показывают сколько? На уровне конкретно есть всего? Или что? Это работает. А где PS Vita карта? На карте показывается. Во! Подожди. Подожди, тут срочное дело. Вот оно. Это логотип PlayStation Home. Правильно ж? Правильно я помню. А куда дели? Эй! А вот она. А почему она рядом с PS Move? PS Move вообще должен здесь быть. О, нет. О, нет. Это на каждом по две, что ли, есть? Правильно я понимаю? Ой, не жесть. Ой, не жесть. Еще значки собираю. Ой, господи. Ой, не-не-не, не-не-не-не-не-не-не. Какой 2013-й? 23-й уже. Сломайся. Динокризис картинка? Да, ну там просто динозавр. Тут last boss будет динозавр, я так думаю. Что-то больно это. Много динозавров. Свободов. Просто динозавр. Блин. Куча портов всяких разных вокруг. Пеп-п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 еп. Куда дальше-то пойдем? Ну точно 4 нужно, да? Треугольник, кружок, крест, квадрат. Вы достигли новых вершин. Новые задания на скоростное прохождение стали доступны в ударце G. Цепл. Крабка сверху, обгоняя время. Нет, не хочу, неинтересно. Охлаждение пойдем.
Там будет ветрено.